Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в частном доме, двухкомнатный, с большой мансардовой площадкой. Это ванна-комната, душевая кабина, туалет, умывальник, потолочное освещение, бойлер электрический, дающий горячую воду. Вода в Гурзуфе постоянно. Апартаменты, холл, кухня. Из кухни выход в одну спальню. Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. Постельные принадлежности, натуральный хлопок. Шкаф. Обязательно кондиционирование. Кабельное телевидение. Интернет. Телевидение 64 канала. Проходим на кухню. Потолочное освещение. Люстра. Открывается с кухни панорамный вид на купола церкви и на акваторию Черного моря. Газовая плита двухкомфорочная, электровытяжка, необходимый набор посуды для приготовления пищи. Горячая и холодная вода на кухне постоянно. Обеденный стол. Холодильник с морозильной камерой. Вход во вторую спальню. Двуспальная еврокровать из натурального дерева с ортопедическим матрасом, постельные принадлежности, натуральный хлопок 100%. Раскладное кресло. Такой интерьер. Шкаф, кондиционирование, кабельное телевидение, 64 канала, интернет. На досуге в атласе найдете. Лейтенант, вы убедились, что мы действуем по закону? Ручная работа. Такая пенка. Пушистые. Ромашки пушистые. Проходим дальше. Поднимаемся по лестнице. И открывается панорамный вид. На акваторию Черного моря, на Генуэзскую крепость и на всю набережную поселка Гурзуф. Площадка мансардовая для отдыха. Куполообразная, с освещением. Там у нас гнездышко и маленький птенчик. Это очень хорошо. Панорамный вид. Вдали гора Аюдак. Оттуда восходит солнышко. И начинается территория Артека. Протяженностью берег Артека 7,5 километров. До Генуэзской крепости. Вдали Артековский гостевой пляж, скалы Адалары, Шаляпинская скала.
Гурзуфская седловина. Непрерывная гряда Крымских гор. Самая высокая точка – гора Романкош. 1545 метров над уровнем моря. Вдали виднеется также беседка ветров, туристический объект. У подножия расположились виноградники. И набережная поселка Гурзуф. Протяженность берега 2,5 километра до Генуэзской крепости. На каждом пирсе кафе, бары, рестораны. И это все полезная площадь пляжей. Это парки санаториев Гурзуфский и санаторий Пушкина. Сегодня море серебром отливает. Очень роскошная, комфортная беседка. Шикарным панорамным видом на 360 градусов. Дорогие друзья, я приглашаю вас на отдых в поселок Гурзуф в эти апартаменты.